Вот ты знаешь, Жень, почему нам, например, повезло, да, редакции Первого городского? Потому что вот зрители наши, наверное, представляют, что во время рекламных пауз или музыкальных клипов мы, скажем, танцуем здесь, перезваниваемся со всеми. А у нас есть другая возможность. Мы можем готовить уже свежие выпуски новостей. Да, все спасибо, все спасибо Билайну. Абсолютно точно. Я хочу вам сказать, что в этом нам, безусловно, помогает новый тариф Билайна. Можно все планшет. Билайн прокачивает интернет, ребята, чтобы и ты мог скачать все, что хочется, везде и где тебе только хочется. Тебе, друг мой, можно все. Но в рамках закона, конечно, об этом нужно не забывать. Самый что ни на есть настоящий безлимитный интернет для смартфона и планшета ищите в Билайн. Тариф «Можно все планшет». Самое удивительное, с учетом того, что мы Первый городской, мы одни из первых, кто это делает, помимо всей нашей редакции мобильной, кто пользуется этим тарифом, есть еще один наш соведущий, его зовут... Это вообще не вылазит, по-моему. Да, он тоже, кстати, также использует именно этот тариф, зовут его Павел Яркович, и мы с огромным удовольствием передаем ему слово. Паш, тебе слово. Всем привет! Вот все ругают российский футбол. А между прочим, Юрий Жирков сыграл в мини-футбол за команду Светлого против Калининградской Балтики. Счет, кстати, 9-2 в пользу Светлого. Балтику, так сказать, задавили авторитетом. По-моему, уже весь город знает о грандиозных скидках и ажиотаж в одном из супермаркетов. Постапокалипсис. После такого обвала цен и людей у сотрудников другого супермаркета сдали нервы. И они повесили вот такое объявление. Едем дальше. Но не так быстро, как эти ребята. Вот такие гонки устраивают на Московском проспекте. Знаете, мне кажется, я знаю, куда спешили эти ребята. Постапокалипсис. Ну и напоследок. Ребенок, большая рыба, веселый комментатор. Вот такого толстолобика поймали, да, Вань? Вот такого красавца поймали на косе и привезли нам рыбачки, да? Знаете, мне кажется, я настолько запомнил одно видео с рыбой, что просто стал ожидать, когда же мужчина начнет кричать. Ну и хорошо, что не стал. Вы смотрели социальные сети, заходите к нам в группу ВКонтакте, участвуйте в конкурсах и розыгрышах, делитесь фото и видео с хэштегами «Калининград» и «Первый городской канал». С вами был Павел Яркович, увидимся завтра.